Итак, продолжаем мучить эту сборку, точнее не сборку, а эту материнку. В этот раз я поставил сюда квад Q9550, а здесь у меня две плашки по 8 гигов DDR3, DDR3 памяти. Так, все подключено, погнали. Кулер залван. Мой любимый, кстати, кулер на 775 сокет. Не знаю, какой у него ТДП, но так, не хочет. Еще разок будет попытка. Попытка номер два. Горелым пока не пахнет, но я готов вырубать, если что. Нет, я думаю, он не запустится. 16 гигов не поддерживает данная плата, 16 гигов оперативы DDR3 не поддерживает. Смотрите, убираю одну плашку. Обе плашки, кстати, рабочие, я их проверил в предыдущем видео. Запускаем теперь на одной плашечке. Вторую я держу в руках. И должно все завестись. Не хочет. Не хочет. Тогда еще раз пробуем завести на заранее работоспособный, потому что возможно дело в процессоре. То есть здесь может быть зашита старая версия BIOS. И, соответственно, она может не поддерживать. Это только в теории квады. Что, конечно, на такой материнке, блин, не поддерживать квады. Это просто грех. Точнее, здесь точно есть поддержка квадов, но BIOS этой материнки сегодняшней может не поддерживать. Вот так. Так, все, защелкнул. Запускаю. Понкс. Вот теперь все должно завестись, потому что эти плашки рабочие. Если нет, то дело в процессоре. Нусь. Да, все завелось. То есть официально эта материнка Gigabyte GLP35CDS3 не поддерживает 16 гигов и даже 8 гигов. 108 она поддерживает. 8 гигов одной плашкой. Вот что важно. То есть она не поддерживает 8 гигов одной плашкой DDR3. Но 16 тем более.